بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع، девятый урок второго тома мединского курса. دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط. Учитель вошел в класс и обнаружил, нашел там всего лишь 15 студентов. فقط переводится как всего лишь только. فقال لهم, и сказал он им: أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا أمس؟ الذين которые جاءوا приехали вчера. И вот здесь мы видим то, что числительное с исчисляемым пришли в непривычной для нас конструкции, в конструкции согласованного определения. قال عبد الله حضروا اليوم, они присутствовали сегодня. وخرجوا قبل قليل أظن أنهم ذهبوا إلى المدير. رجع الطلاب الخمسة بعد قليل. Опять же мы видим конструкцию согласованного определения, однако род исчисляемого и числительного друг от друга отличается. Здесь мужской род, здесь женский род. فقال لهم المدرس أإلى المدير ذهبتم يا أبنائي؟ قالوا نعم ذهبنا إليه لأننا ما وجدنا أسماءنا في القائمة. القائمة это список. وجد это тот же самый глагол. Нашли. Здесь в данном случае мы не нашли. ما وجدنا. Мы не нашли своих имен в списке. جلس المدرس وقال أقرأتم درس الأمس يا أبنائي. Вы прочитали вчерашний урок? Урок вчера. Конструкция несогласованного определения, которая на русский язык переводится как «вчерашний урок». قَالَ الطُّلَّابُ نَعَمْ قَرَأْنَاهُ وَكَتَبْنَاهُ وَحَفِظْنَاهُ. Глагол, действующее лицо «мы» и прямое дополнение, то, на что падает действие, «его». Да, мы его прочитали, написали и выучили. قَالَ الْمُدَرِّسُ أَفَهِمْتُمُوهُ. А поняли ли вы его? قَالُوا نَعَمْ فَهِمْنَاهُ جَيِّدًا مَا أَسْهَلَ هَذَا الدَّرْسَ. На этом уроке мы с вами познакомимся с глаголом удивления или восхищения. مَا أَسْهَلَ هَذَا الدَّرْسَ. Как легок этот урок. قَالَ عَبْدُ رَحْمَانِ أَنَا مَا فَهِمْتُ فِيهِ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ. Я не понял в нем три слова. Здесь привычная нам конструкция несогласованного определения от 3 до 10. ثلاثة كلمات. Здесь фатха, потому что Абдурахман не понял трех слов. قال المدرس ما هي. Что это за слова? قال عبد الرحمن قرأنا في الدرس هذه الجملة عاد جدي من الخرطوم فما معنى هذه الكلمات الثلاثة. Сравните вот эти две конструкции. ثلاثة كلمات и الكلمات الثلاثة. فما معنى هذه الكلمات الثلاثة. Что означают эти три слова? Каков смысл этих трех слов? قال المدرس عاد معناها رجع. عاد معناها رجع. Вот это вот алиф максура превратилась в обычную алиф, когда к этому слову присоединили притяжательное местоимение ها. والجد معناها أبو الأب أو أبو الأم. Отец отца или отец матери, то есть дедушка. وَالْخُرْطُومُ عَاصِمَةُ السُّدَانِ. Аасима – столица. أَفَهِمْتَ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْآنَ فَهِمْتُ. Сейчас понял. ثُمَّ فَتَحَ الْمُدَرِّسُ كِتَابَهُ وَقَرَأَ دَرْسًا جَدِيدًا. خَلَقَ اللَّهُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالْأَرْضَ وَالْبِحَارَ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Сотворил Всевышний солнце, луну, звезды и землю, моря. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Сотворил всякую вещь. وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ. И сотворил человека из глины. ثُمَّ قَامَ وَكَتَبَ هَذَا الدَّرْسَ عَلَى السَّبُورَةِ. رَفَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهُ. Мухаммад поднял руку свою. وَقَالَ مَا مَعْنَى الطِّينِ يَا أُسْتَاذُ. قَالَ الْمُدَرِّسُ الطِّينُ مَعْنَاهُ الطُّرَابُ. Земля. Аль-мухталиту. Перемешанная. Бильмаи. С водой. Варафа'а Фейсалюн ядаху. Факала лаху аль-мударрису. А индака суалюн я Фейсалю. А у тебя вопрос, о Фейсаль?
قال فيصل نعم عندي سؤال البحار جمع البحر Обратите внимание, что здесь мы тянем. Аль-бихару. А является аль-бихар множественным числом для слова аль-бахр, то есть море. Каля аль-мударрису. Наам. Хуа кадалик. Да, это так. Каама аль-хасану. Вакаль. Ма джамау ас-самаи, я устаду. Каково множественное число для слова ас-сама, небо. Каля аль-мударрису. Джамауха самаватун. Здесь, обратите внимание, есть ответственная фатха самаватун, которая не пишется, но обязательно должна произноситься. Сумма саала аль-мударрису ат-туллаба 'иддата ас'илатин. Потом учитель задал несколько вопросов ученикам. Ман халакака я Ибрахиму? Халакани Аллаху. Ман халакакум я абнаи? Халакана Аллаху. Ман халакани я Аббасу? Халакака Аллаху. «Мен халяка шемса я абед Аллахи» После звательной частицы пришла изафетная связка «раб Бога», «раб Аллаха». И первая часть изафетной связки приобрела фатху. «Я абед Аллахи, халяка Аллаху». Почему «хэ»? Потому что мы из первого тома знаем, что «шемс» – женского рода. «Вамен халяка аль-камара я абед ар-рахмани». خلقه الله ومن خلق النجوم يا أحمد خلقها الله يا أستاذ عندي سؤال ليست له علاقة بالدرس ما هو؟ О, учитель, у меня вопрос, который не связан ليست له علاقة не связан с уроком ما هو؟ قرأت في كتاب أن النجوم أبعد من الشمس. Я прочитал в какой-то книге, что звезды дальше, чем солнце. Правильно ли это? نعم هذا صحيح. Да, это правда. Это правильно. مما خلق الله الإنسان يا عثمان. Здесь уже нет никаких огласовок конечных, но вы уже знаете, что здесь будет действующее лицо огласовано даммой, а инсан человек будет огласован фатхой. مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ يَا عُثْمَانُ خَلَقَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ أَحْسَنْتَ يَا عُثْمَانُ Хотя это глагол أَحْسَنْتَ Как ты хорошо это сделал? Этот глагол обычно на русский язык переводится как «молодец». وَمِمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَانَّ يَا أَبَا بَكْرٍ الْجَانَّ – это джинны. خَلَقَ اللَّهُ الْجَانَّ مِنْ نَارٍ Всевышний сотворил джиннов из огня. Аннар, нарун – это огонь. Кайфа арафта дзалика я Абу Бакрин? Как ты это узнал, Абу Бакр? Арафту дзалика мин аль-Кур'ани аль-Кариме. Фаджаа фи сурати аль-А'рафи, анна иблиса кала лиллахи. Я это узнал из благородного Корана. В суре А'раф пришло, что Иблис сказал Всевышнему. Ана хайрум минху, халяктани мин нарин. Я лучше, чем он. Ты сотворил меня из огня. وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ А ты его сотворил из глины. أَحْسَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ Молодец, Абу Бакр. كَمْ سَمَاءً خَلَقَ اللَّهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ А сколько небес сотворил Всевышний, о Абдуллах? Сотворил Всевышний семь небес. وفي كم يوم خلق الله السماوات والأرض يا عبد الرحمن Обратите внимание, что несмотря на то, что самават прямое дополнение, то на что падает действие, здесь пришла касра. خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام هذا صحيح Да, это правда, это правильно. قال الله تعالى في كثير من الآيات إنه خلق سبع سماوات Всевышний Аллах во многих аятах сказал, что Он сотворил семь небес. فَقَالَ فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ Аллах, который сотворил семь небес. وَكَذَلِكَ قَالَ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْآيَاتِ إِنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فَقَالَ فِي سُورَةِ الْحَدِيدِ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ Он тот, который сотворил небеса и землю за шесть дней.
«Фи хэзихи лахвати ранналь джарасу». В этот момент прозвенел звонок. «Вахараджаль мударрису миналь фасли». И учитель вышел из класса. Первое упражнение к девятому уроку второго тома мединского курса. Ответьте на следующие вопросы. Я думаю, вы все эти вопросы очень хорошо понимаете. Во втором упражнении нам необходимо прочитать вот этот аят. «Ана хайрум минху халяктани мин нарин ва халяктаху мин тын». «Я лучше, чем он, сотворил ты меня из огня, а сотворил ты его из глины». Проанализировав этот аят, нам необходимо ответить вот на следующие вопросы. «Мен каля хэда?» «Кто это сказал?» «Валимен?» «Кому он это сказал?» «Мин айи суратин хэдихил аяту?» «Из какой суры этот аят?» Третье упражнение стандартное. Необходимо поставить галочку там, где предложение правильное, и крестик там, где предложение неправильное. В четвертом упражнении нам необходимо прояснить смысл вот этих слов. Опять же, в начале устно сказать, что «аттыну аттурабуль мухталиту биль мэй». Точно так же нам надо прописать, что «ада» — это «роджа», а «аль-джадду» — смысл этого слова «эбуль эби эу». «Эбуль умми». В пятом упражнении пришло новое слово. «Асимату» – столица. «Асимату Судани Аль-Хуртуму». Естественно, здесь мы тоже прописываем. «Асимату Аль-Айраки Багдаду». Двухпадежное имя. «Асимату Аль-Мамлекатиль Арабийяти Саудийяти». Здесь прописываем «Ар-Рияду». Ну а в шестом упражнении объяснение новой темы. Давайте прочитаем три примера. «Хэдэ роджулю тауилюн». Этот мужчина высокий. «Мэ атуаля». Это глагол удивления, восхищения. «Хэдэ роджуля». Из-за этого глагола пришел в винительном падеже. «Как высок этот мужчина». «Хэдэ лбейту кабирун». Нейтральное предложение. А когда мы скажем «Мэ экбаро хэдэ лбейта». Обращая внимание вот на эти окончания, «мэ экбара хэдэль бейта» — это будет уже восхищение величиной дома. Какой большой этот дом! «Хэдхи сайярату джамилятун» — это машина красивая. «Мэ эджмэля хэдхи сайярате» — опять же вот здесь вот приходит насб, винительный падеж. И на основе вот этих примеров нам необходимо составить предложения, в которых мы будем использовать глагол восхищения. هذا الماء بارد. Это вода холодная. ما أبرد هذا الماء. Прописываем и проговариваем. Ух, какая холодная эта вода. النجوم جميلة. ما أجمل النجوم. هذا القلم رخيص. ما أرخص هذا القلم. Какая же дешевая эта ручка. Обязательно выполните это упражнение. В седьмом упражнении нам предлагают просто подумать пока над этими примерами. Мухаммадун. Ставим перед ним звательную частицу «я» и получается «я Мухаммаду». Хамидун. «Я Хамиду». Что изменилось? Исчез танвин. Устэдун. «Я Устэду». Учитель. Когда же мы ставим звательную частицу перед изофетной связкой, первая часть изофетной связки приобретает фатху. Я ухте хамидин. Я ухте хамидин. Если я скажу я ухту хамидин или я ухти хамидин, это будет грубая ошибка. Я ухте хамидин. Абдуллахи. Я абдуллахи. Я абдалла. Давайте выполним вот это упражнение. Я алию. Я аббасу. Я роджулю. Я бинту. Я шейху. Я Марьяму, я Абдаллахи. Тщательно огласовываем все вот эти слова. Я бинта Халидин, я сайика сайярати. Сайика сайярати — водитель. Сайик — это водитель. Я сайика сайярати. Эй, водитель машины. Я умма Саадин, я Абдаррахмани, я Раббаль Каабати. Я имам аль-масджиди.
Ябна Аббасин Абу Бакр, я Аба Бакрин. Именительный падеж в слове Абу Бакр выражается вау, а винительный падеж выражается алифом. Поэтому мы говорим я Аба Бакрин. Третью тему, которую нам надо хорошо понять и изучить, это окончание женского рода множественного числа в винительном падеже. Когда мы говорим «Ро-эйту сейяротен», все стандартно, окончание «тен». Но когда мы говорим «я видел машины», то уже получается винительный падеж будет выражен окончанием «танвин касра» или просто «касра», если есть определенный артикль впереди. «Ро-эйту сейяротин», не «сейяротен», а именно «сейяротин». «Сэлятиль мудирату талибата». Стандартное окончание видительного падежа – фатха. «Сэлятиль мудирату талибати». Множественное число женского рода в винительном падеже будет с касрой. «Каратуль маджаллата». Стандартное окончание. «Каратуль маджаллати». Окончание для женского рода множественного числа. Халякаллаху шамса валь камара валь нуджума валь бихара валь арда валь сама валь... По идее должна быть фатха, но так как это окончание женского рода, множественного числа, здесь будет ас-сама валь ти. Са'ля л-абу аль-абнаа валь банати. Катабту хазихи л-калимати. Ра'айту л-атибаа. والطبيبات غسل الولد السيارة غسل الولد السيارات. И таким образом оставшиеся предложения вам необходимо будет разобрать. В девятом упражнении нам необходимо увидеть слияние вопросительной частицы с соединительной хамзой. Если мы хотим спросить «Эль-бихару джаму аль-бахри», мы не говорим «Эль», мы говорим «Эль-бихару джаму аль-бахри». Бахари. И на основании вот этого знания нам необходимо составить вопросительные предложения, используя вот эти простые именные предложения. Нам надо спросить, ты сейчас вышел? Эль, эна харачта? Эль, яума раджа абука мин димашка? Эль, мударрису мариду? Вот эта вот вопросительная частица «э» в соединении соединительной хамзы превращается в долгую гласную «э». Эль, мударрису мариду. В десятом упражнении необходимо ответить на вопросы. Мен халякака халякани Аллаху. Мен дарабака дарабани Мухаммаду. Мен саалака хада суаля саалани хада суаля Мухаммаду. Араака аль-мударрису фил масджиди. Глагол раа, анта раайта. Здесь алиф максура, а соединение. Мы же знаем, если мы к этому слову присоединим притяжательное местоимение «ху», вот это вот алиф максура превратится в обычную алиф. И мы уже напишем «ма'нэху», «ма'нэху». Вот это алиф максура превратится в алиф. В данном случае, если мы пропишем «ро», «э», «к», опять же придет хамза, после нее алиф. И вот это вот хамза и алиф превратятся в долгую гласную. И мы должны будем прочитать «Ароэкэль мудеррису филь месджиди». Вот в 11 упражнении как раз нам предлагают подумать над вот этим случаем. «Маане» – смысл. «Маанеху» – его смысл. «Маанеха» – ее смысл. В 12 упражнении нам предлагают поразмышлять над вот этими примерами. «Мин» – «из» плюс «мэ» получается «мимме». Что изменилось? «Нун» с «укуном» и «мим» объединились. И получилось мим, и пропала алиф. Мимме. Биме. Здесь просто алиф пропала. Чем ты убил змею? Биме катальталь хайята. Катальтуха бильхаджари. Лиме. Почему? То же самое. Алиф в конце пропала. Ан плюс ме получилось амме. Амме бахатта филь мадрасати. Чё ты искал в школе? Бахатту ан саати. Я искал свои часы. «Амма саэльталь мудерриса». «О чем ты спросил учителя?» «Саэльтуху аниль имтихани». «Я спросил его об экзамене». В 13 упражнении вначале прочитаем примеры. «Маниль фаталь лази хараджа миналь фасли л'ана». «Маниль фитьяту лазина хараджу миналь фасли л'ана».
Слова вот этого предложения надо превратить во множественное число. Мэни роджулю лэви дахаля бейтакум л'ана. А нам надо сказать мэни риджалю лэвина дахалю бейтакум л'ана. И в 14-м упражнении нам предлагают подумать. Вот над следующими примерами. Ат-талибату лати дахалят аль-фасл аль-ана мин аль-хинди. Ат-талибату лати, которые дахальна аль-фасл аль-ана мин аль-хинди. Аль-фатату лати инда аль-мудирати ухту Марьяма. Ат-табибату лати фи мусташфа аль-виладати мин Инкальтерра. Аль-мар'ату лати дахалят байтана аммати. И предлагает разобрать таблицу. Аль-музаккар, аль-муаннаф, вы знаете, что означают эти термины. Аль-муфрат – единственное число, аль-джамау – множественное число. Ну а в 15-м упражнении нам необходимо составить предложение, используя вот эти вот глаголы. Один глагол – одно предложение.